Привет, дорогие друзья, новый выпуск по Clash Royale. Наконец-то я создал для себя колоду. Ну, я, конечно, преувеличиваю, назову ее непобедимой, но она на самом деле реально крутая. Она не непобедимая, такой колоды не существует, но она реально крутая. Сейчас вы посмотрите отрывок с моего стрима, где я с этой колодой апнул 5400 кубков. Ну, там практически 5400. Вот, и ссылочку на стрим я также оставлю в описании. И почему я это делал на стриме, а не записывал отдельное видео? Потому что на видео я не могу провести, да, допустим, 20 атак, всего лишь 3. А на стриме люди могут видеть, как я полностью сам апаю кубки, чтобы потом люди не придирались ко мне, то, что мне кубки бустили. Все я делаю в онлайне, люди, которые были на стриме, подтвердят это все. Ребят, эта колода реально годная, и мне она очень зашла. Я не знаю, возможно, кто-то будет сейчас жаловаться на мою прокачку, но давайте посмотрим на моих противников. Вот, пожалуйста, последний противник, который мне подобрался. Вот такая вот у него прокачка. У него даже леги 5 уровень и эпики 8. У меня не такая прокачка. У меня только рарки максимального уровня и команки. Эпики и легендарки у меня не максимального. В общем, сейчас, ребят, вы посмотрите со стрима отрывок, посмотрите мои онлайн-атаки. Там было, конечно, намного больше, чем вы увидите, но полную версию я оставлю в описании на свой стрим. Вы можете зайти, пересмотреть, но там просто около 2-3 часов мы играли, поэтому, если будет интересно, то зацените. А так, приятного просмотра. Ребят, осталось совсем чуть-чуть, осталось 100 кубков, и я сделаю 5500. Вот, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поддержите меня в комментариях, и буквально вот сегодня или завтра на стриме мы должны сделать 5500. Все, ребят, приятного просмотра. Хэштег я скинул в чате. Ладно, поехали. Если, короче, сейчас не беру свои кубки, то, значит, завершаю. Я подустал. Поехали. Так, 13 уровень. Так. Сплит. Тоже тут рыцарь пойдет. Угу, гоблины. Отлично. Идеально, идеально. Вообще идеально. Идеально, три мушкетера были. Так. Я хотя бы теперь знаю, что за колода у него. Давайте сплит лучниц. Он еще у меня не видел мортиру. Угу. Я пропускаю таран, я знаю, что нанесет урон, все дела, бла-бла-бла, ну и чё, зато я сейчас перейду в контратаку. Чё, нечем дядя контрить, да? Нечем контрить. Бывает такое, бывает. Минус вышка. Найс. Так, значит, с его стороны сейчас может последовать сборщик. В свою очередь я должен ему чем-то ответить. Ставим мортиру. Тут лучницы. Тут три миньона. Отличный зап. Ну все. Вот это было отлично. Отличный файт на его карты. Так, хорошо. Вот сейчас отличный заход сейчас будет. Просто пух-пух, расстреливаем его. Пух. Все. Отлично, расстреляли. Расстреляли его. Так, ну что, ставим мортиру теперь на деф. У нас есть фаербол. У нас есть все абсолютно. Так смешно, когда он их хилит. А блин, мортира, ты сегодня выстрелишь? Ору просто. Давайте добьем еще одну вышку. Почему ему отдавать? Правильно? 3, 2, 1. Все, моя просто колода идеально контрит его связку.
хил работает только если у вас у противника Poison. У него рекорд 5900. Рекорд 5968. Блин, я тоже хочу на 5968. Почему мне так сложно? Ладно. Поехали. Так, слушайте, а как насчет вот так вот? Я думал, они будут доставать. Эпик фейл. Ну ладно, он потратил фаербол. В принципе, там по эликсиру, что там мы плюс-минус наравне идем. Пламенный, да? Окей, ставим тогда мортиру. Фаербол. Блин, нужно было чуть-чуть подождать. Хороший зап. Так, фаербол. Че, пропустим одну порцию духа, вторую уже будем ловить чем-то. Так, а чем? Чем ловить? Гигантом или рыцарем? Да, наверное, рыцарем будем ловить. Отлично. Это ховушка. Так, мортиру ставить не буду. Сейчас нету смысла, там будет печка мешать. А, сейчас поставлю гиганта. Конечно. Конечно, он молодец. Но у него там пламенный. У него там пламенный. Смотри, как подобрал колоду хорошо против. Так, у него и фаербол, да, есть? Поэтому мы сплитнем. Вот так вот. Хорошо. Допустим. Допустим. Стоп. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Ай, фаербол, конечно, помешал немножко, но... Но, походу, снос вышки, да? Да, снос вышки. Фух. 13 секунд, все, я тут задефаюсь 100%. А, так. Все, отлично, победа. Осталась еще одна игра и 5400. Блин, какой же раз я пытаюсь это сделать. Давайте посмотрим рекорд. А нет, не последняя игра, блин. 33 кубка мне не дадут однозначно. Но все равно последнюю игру сыграю, главное победить. Главное сейчас победить. Поехали. Ребят, подпишитесь, поставьте лайк, поддержите, поддержите холдика. 13 уровень, окей. Так, что же у тебя за колода? Давайте ставить канта. Хоть бы это было не мортира, потому что с мортирой я в основном играю в ничью. Пека, ну окей. У меня есть еще одна карта, которую я могу оттачить. Он этого не знает. Ну, пека, кстати, тоже считается мне контр-колодой. Вот, кстати, как мне сейчас контрить пеку? Тремя мушкетерами, наверное. Потому что он потратил зап. В любом случае, если у него есть, допустим, фаербол, то он ее не добьет. Ну, разве что, если молния есть. Отлично, фаербол не добивает. Зря он это сделал. Фаербол был лишним. Он бы и так. Он бы и так не дошел к вышке. Вот, я бы его и так законтрил. А, вот, поэтому фаербол, на мое мнение, был лишним. А, так. Так.
Давайте рыцарь. А что? Про... А! Шарик. Давайте тут так. Так. Хорошо, я понял. Прошлая была дека с кладбищем, а это, ребята, дека с шариком. Хорошо, буду знать. Фаербол, наверное, лишний, да, будет? Да, будет лишний фаербол. Так. Так, так, так. Сейчас нужно дождаться, с какой стороны он выбросит пеку. И на ту сторону... Хотя... Давайте сплит просто сделаем. Сплит мушкетеров. Но это какой-то топ мира, однозначно. Однозначно какой-то топ мира. Ну, гиганта нету смысла, ребят, выбрасывать. Он поставит пеку и... И вы поняли, да? Габелла. Он тоже ждет моего гиганта и пеку не выбрасывает. Окей, ставим на деф мортиру. Ставим на деф мортиру. Залетает он шариком. Шарик не долетает, потому что я все на данный момент грамотно делаю. Давайте кинем фаербол. Ставим фаербол. Видно, что парень шарит играть. Вот если он сейчас выбросит пеку просто, я сразу же по противоположной стороне пойду. Вот, поэтому он его и не выбрасывает. Но я ему какой-то урон наношу. Давайте на деф ставить мортиру. О, пека, отлично. Погнали. Я дождался этого. Кому-то сейчас будет ГГВП. Ай, фаерболом промазал. Ну, не суть, не суть. Победа. Победа! Е-е-е! Давайте посмотрим, сколько у него кубков. Ну, парень молодцом. 5800. Ну, не топ мира. Нет, не топ мира. Это не топ мира. Фух, ребятки, было потно. Было реально сложно. 5400. Я почти без 4 кубков. Но я думаю, засчитываем мне 5400, да, ребят? 5400 мне засчитываем. В общем... Я на этом останавливаюсь. Вот это все, что было сегодня на стриме, я сделаю нарезочку, опубликую на YouTube, естественно. Кто увидит этот ролик на YouTube и вы были на стриме, пишите в комментариях. Ссылочку на стрим я на YouTube тоже оставлю, чтобы вы посмотрели полный стрим, чтобы не говорили, что до этих кубков меня забустили. Вы подтвердите, ребята, что вы видели, как я сам апал кубки, включил стрим и сам дошел до 5400. Кому еще раз интересно, вот эта колода... Ребятки, 5500 не за горами, мне нужна ваша поддержка, и нужны ваши лайки, подписка, и я 5500 сделаю. На этом буду прощаться, спасибо, кто смотрел, на YouTube прощаюсь.